Давид, оцени игру своей команды. Все ли удалось, что вы задумали? По шкале от 1 до 10 примерно 1.5. Слабо? Да. Почему? Что не получалось? Мы, если заметно, мы пытаемся крутить какие-то там комбинации, пытаемся там как-то развивать, но в итоге мы просто бегаем как заведенные, никакого развития не получается. То есть это все равно, что стоять, стучать на месте, пока у нас не получается это использовать, чтобы создавать преимущество. Сколько еще всяких игр вам надо, чтобы получилось? Еще сезона 3-4 в АБЛ, и мы будем в топе. АБЛ? Да. АБЛ будет в топе? АБЛ будет в топе, да, мы там и там же. Ну ладно, да, когда-нибудь мы это увидим вместе. Когда-нибудь.